Несколько часов в ожидании автобуса. Будни жителей микрорайона Подрезково. Добраться на работу или отвезти ребенка в детский сад становится настоящим испытанием. С этими проблемами жители обратились к общественникам и в администрацию. Каждый день ездим на работу на 30-м маршруте. Не приходит постоянно этот транспорт. Стоим по часу, по два часа. Для решения транспортных проблем на базе территориального управления Подрезково собрали круглый стол. В совещании приняли участие жители, общественники, представители перевозчика и администрации. Самый главный вопрос – увеличение количества автобусов. Ведь микрорайон развивается, население растет, транспорта уже не хватает. Предложение по увеличению подвижного состава на маршрутах номер 484, 465, 30-й маршрут и номер 50 до Новогорска. Значит, мы сформируем письмо в Министерство транспорта Московской области для того, чтобы к нам приехали их представители для замера пассажиропотока. Ранее, проанализировав обращения жителей, представители общественной палаты провели мониторинг общественного транспорта. Оценили как техническое состояние, так и движение по маршрутам. Выявили немало нарушений. Закрывающих рейсов нету. Открывающих рейсов нету. Люди вовремя не могут попасть на работу, в детский сад, детей отвезти. Проблемы с навигацией, то есть люди не видят автобусы на Яндекс.Картах. Эти проблемы озвучили представителю компании «Стартранс». Позже предлагаемые меры будут рассмотрены в отделе транспорта и связи администрации. После устранения недочетов общественники вместе с жителями проведут повторный мониторинг и подведут итоги на следующем круглом столе.